Теперь все будем взбивать в блендере. Центр ножа должен быть обязательно на желтке. Для того, чтобы... И еще чеснок, чтобы туда попал. Главный принцип. Мы сейчас будем смешивать масло с желтком и белком. Это все дело будет эмульгировать. Поэтому аккуратными ровными движениями смешиваем масло и желток. Потихоньку. Теперь нам надо добавить соус Ворчестер, 1 чайную ложку. И лимон по вкусу, для того, чтобы наш майонез стал светлее.